велике в такую погоду. Да, я псих! Но я счастливый псих, вот реально! Ангел! Здравствуйте, как тебя зовут? Ангел. Очень приятно познакомиться, Ангел. Меня зовут Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям, ведь на моем канале добро, чудо и всевозможные интересные лайфхаки. Лара Шум. А, дождь, никого нет, это же так клёво! Ты едешь спокойно, гонишь. Ой, какой кайф это, кайф, я обожаю. Обожаю вот это свое сумасшедшее настроение, когда просто берешь и делаешь. Фу, сейчас буду с горки спускаться, вон там горка. Ну что, попробуем? Это самый кайф! О, огромная лужа! Ноги все сырые, но настроение, ребят, это просто шикардос! Никого нет, вот реально, ты едешь и никого нет! Я люблю себя, я люблю эту жизнь, я люблю эту погоду, потому что сделаешь море просто, сделаю эту погоду. У меня стекло замотело. У природы нет плохой погоды. И это действительно так. Когда ты понимаешь, что ты едешь один, и никто тебе на пути не попадется, ты никого не собьешь. Ты можешь развивать любую скорость. Час поездки. Все здорово, все отлично, я промокла просто вся. Вся просто промокла, видите? Но настроение отличное. Что я хочу сейчас сделать? Видите, вот там вот горка. Я хочу с нее спуститься сейчас. Дождь был такой сейчас сильный. Правда, видите, такая картина Репина. Обычно они здесь не стоят. Ну что, попробуем с вами спуститься. Снимаю с фронтальной камеры. Но там у меня стекло треснуто. Все, прошу донаты мне скинуть на новый телефончик. Ну что, попробуем поехать. Народ должен, никого не должно быть. Настроение во, вся сырая. Но ничего, сейчас тепленького чаечку. Так, ну что? Поехали! Пошли. И это конец моего сегодняшнего путешествия на велосипеде под дождем. Но это прекрасно. Я знаю, что я сумасшедшая женщина. Я знаю, что я хороший человек. А когда у меня приходит что-то в голову, какая-нибудь идея, я ее обычно совершаю. Блин, совершайте в жизни сумасшедшие поступки. Выходите за рамки, делайте что-то не как все, креативьте, стремитесь к чему-то в своей жизни. И все будет прекрасно. Ну, честное слово, все будет прекрасно. Вот, видите, опять никого, вот совершенно никого. Я еду одна. Напоследок хочу вам сказать, живите. Живите под дождем, живите под солнцем, живите один, живите вдвоем. Главное, живите, наслаждайтесь каждым днем. Он больше не повторится. Поэтому креативьте, сходите с ума. Улыбайтесь, наслаждайтесь этой жизнью. Главное, любите себя. Это так важно. Вот полюбите себя и полюбите все вокруг, остальное. Это так здорово, это так классно. С вами была Лара Шум. На велосипеде в дождливую погоду. Но настроение просто прекрасно. Самое главное быть счастливой!